8 апреля текущего года в 4 часа 40 минут по местному времени напротив дома 7 по улице Копейское шоссе было совершено дорожно-транспортное происшествие с погибшим. Водитель, мужчина 1994 года рождения, управляя автомобилем «Газель», совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте. В настоящее время данное дорожно-транспортное происшествие оформлено сотрудниками госавтоинспекции по городу Челябинску. Материалы по данному ДТП направлены в следственный отдел по расследованию дорожно-транспортных происшествий Следственного управления ГУ МВД России по Челябинской области.